Alicia. Вот я обращаюсь, Лунтик. Кто там у меня под столом? Леопольд. Ноль на массу. Как они меня все игнорируют? Вот вам не стыдно, коты? Полный дом котов, а котов не видно. И куда это годится, а? Рыся. Игнор. Найдем еще пару котов. Это не кот. 100%. Вот кот. Вот красивый кот. Это под кота косит. Вон кот. Этот не кот. И все не реагируют на меня никак. Филя. Филя. О, слышу, там кот в комнате, на кухне звук придал. Филя. Ты спишь? Нет, не сплю. Марсель, ты не кот. Да, вот так. Вот так тебя все игнорируют. Ты их зовешь, обращаешься. Собака ничья валяется. В отрубях. Рыся, а где ты взяла эту бумажку из-под чая? С кухни притащила? Даже не реагирует. Леопольд, ты что там отвернулся от меня? А, Леопольд? Не реагирует. Ни старые, ни молодые. Лунтик не средние. Спи, спи, спи. Ты думаешь, я снимаю? Не, я... Спи. У нас пока сонное царство. Вот. Чуть-чуть валяется тут. После компьютера прям как понапивались. Да уж. Софиля, лень встать? Да, лень. Сейчас, подождите, раз. Сейчас отстану. Марсель, укрой свою задницу. Что ты раскрываешься? Че, Филечка, встать хотел? Спи, видишь, тут все спят. Все очень серьезно и туго. А главное, тихо. Ты спишь. Все вот так. Филя, ой, потягуйся. Флэш спит тоже. У нас все спят. Полное сонное царство.